Здравствуйте, меня зовут Карманова Анастасия, мне 16 лет, и я из России. Сегодня хочу вам представить мою работу. Это моя иллюстрация к произведению «Алиса в стране чудес». Я взяла за основу это произведение, но сделала иллюстрацию к нему в своем стиле, в своей тематике и с персонажами, которыми персонажи оригинального произведения, которого я немножко переделала и доработала в своем стиле. На этой иллюстрации представлена «Безумная чайная вечеринка». Задумка этого произведения была в том, что изобразить персонажей, которые были безумны в своем мире, которых считали безумными, отрешенные, которые не подходили под стандарты как раз-таки «Алисы в стране чудес». И вот мы видим наших персонажей, наших героев, которые пьют чай, и как раз-таки именно только один чеширский кот и Алиса, они приглашают нас попить с нами чай. Я использовала такие материалы, ну, как спиртовые маркеры. Также здесь была использована белая гуашь для брызг, потом черный линер. За основу все это была взята акварель, белая гелевая ручка и золотой акрил. Вот. Это все.